Гороскоп на 9 мая. Овен. К важным поручениям следует подойти максимально ответственно. Отдых лучше выбрать активный. Телец. Найдите в себе силы для работы. Любовный фронт готовит трудности, но не стоит огорчаться, это долго не продлится. Близнецы. Чем больше усилий вы приложите, тем быстрее текущие проблемы будут решены и появится время на себя. Рак. Вас ждет насыщенный день. Все важные встречи и поездки лучше отложить на вечер. Лев. В работе и отдыхе постарайтесь обойтись без крайностей. День будет удачным для любовных подвигов. Дева. Сегодня вас ждет возможность порадоваться за успехи близких. Собственные победы также не заставят ждать. Весы. Даже если что-то пойдет не по вашему замыслу, не стоит вмешиваться. Прислушайтесь к интуиции. Скорпион. В этот день очень важно следить за тем, что вы говорите. Все старые обиды проще забыть. Стрелец. Стрельцам сегодня важно не лениться, а вечером вы получите вознаграждение за свои старания. Козерог. Попробуйте расслабиться и позаботиться в первую очередь о себе. Потратьте деньги на то, о чем давно мечтали. Водолей. Помощь семье станет для вас приоритетом. Не пугайтесь, усилия не будут напрасными. Рыбы. Поддержка придет оттуда, откуда вы совсем не ждете. Если настроение позволит, подумайте о путешествии.